Всем привет, дорогие друзья, с вами Лаков, добро пожаловать на прохождение Skyrim Special Edition. Сегодня квест будет под названием «Раздобыть формулу костяного материала для Гловера Мерлина». Или как-то Мелори. Пойдемте да раздобудем его, в принципе. В пещере тут находится у нас. Если у нас будет сегодня достаточно времени, в принципе, если быстренько выполним, то возьмемся за какой-нибудь еще квестик. Если это короткий будет. Формула костяного материала. Что люди бегут? Это мой возьмем, я не знаю, в принципе. Уникальный, не уникальный он. Так, кто дальше? Принеси форму костяного материала. А, что, все? Можно отсюда валить. Не беспокойте этих миленьких существ. Ну, давайте свалим тогда. Так, сохраняемся еще раз. Ой, господи, давай! Просто там еще одна пещера, я хотел бы чекнуть бы. Тихо, тихо, живи! Ебой. What the fuck? О май гад. Здравствуйте, дорогие мои старики. Тут еще кто-то. Лучник какой-то. Можем отсюда, можем. Пойдемте отнесем. Так, подожди, а кому отнести нам нужно? Принесите формулу. Где она, мадам? А, это все вспомнил. Я думаю, что за женщина? А это женщина, не танцую. Женщина, я не танцую. Хватит улыбаться. Это же этот. Зельеварка вроде бы, да? Зельеварка. Ого-го. Мы сюда постоянно приходим днем. Телепортируемся. А, это кузнецу? Похоже, вопрос решать придется тебе. Какой еще вопрос? Ровос Релви должен мне 1000 септимов. Ага. По крайней мере, был должен, пока не устроился благодаря тебе к этому волшебнику. Теперь до него не дотянуться. Выходит, это твоя вина. Вот почему он так быстро хотел угнаться отсюда. Придется заплатить тебе. Значит, новый долг. Прости, пожалуйста. Вот, возьми денежки. Вот видишь, не так уж и трудно, правда? А теперь вали отсюда. Выполнено. Новый долг. Удалено. Но какой замечательный квестик был, быстренький. Мудрость Азуры с тобой, мой друг. Так, подождите, мудрость Азуры. Ну как, удалось выследить Эсмонда? Говорил же я ему не ходить туда. Похоже, проклятый тупица получил по заслугам. Вот, возьми этот ключ. Иди ко мне домой и отопри дверь в подвал. Бери все, что захочешь. Мне оно все равно ни к чему. Выполни формулу Экстенову. Ключ, ключ. Называть стал... Некоторые так, говорят, на это мы знаем. Да мне может всего... Если хочешь побольше про это узнать, иди в деревню Скалы. Наверняка это единственный инструмент этих красоток в мире. Та, которую позаимствовал Крессой из деревни Скалы, далеко на севере. Так, а что у нас тут за еще ближайший квестик, ребят, находится? Раздобыть древнюю... А, ну вот он, кстати, нас попросил. Давайте, в принципе, ему еще и поможем раздобыть древнюю. Так. Шахты Вороньей скалы. Отлично. Пас.
Ага, внизу все. Так что ж такое, женщина? А ты еще кто? Не видишь, что ли, что я занят? А что такое? А чем же ты занят? Я должен тебе рассказывать. Я даже не знаю, кто ты. Может, я смогу помочь? Может быть. Знаешь, трудно доверять людям, когда все считают, что ты сбрендил. Но помяни мое слово. Эта шахта таит секрет, который может вернуть Вороньей Скале ее значимость. Что за секрет? Что там спрятано? Тайна, последний спуск. Которую Восточная Имперская Компания постаралась скрыть 2 века назад. Ага. В результате мой прадедушка был убит, а они бросили Воронью Скалу с этой бесполезной шахтой. И кто был твой дедушка? Сан Карелли. Прадедушка, извини. Он всю жизнь провел, исследуя древние развалины Тамриэля. И умер в этой самой шахте почти 200 лет назад. Как же он умер? Восточная Имперская Компания утверждает, что погиб под завалом в результате несчастного случая. Но я-то лучше знаю. Так, у тебя есть доказательства? Они с женой убирали в доме и наткнулись на вещи прадедушки. Они были заперты в старом сундуке. Я нашел письмо ему от Восточной Имперской Компании и ключ. И что там говорится в письме? Там было описано открытие, которое землекопы сделали в шахте. Компания хотела, чтобы Грациан занялся им. Похоже, Восточная Имперская Компания считала открытие очень ценным, раз закрыла эту часть шахты ото всех. Так и есть. Ну, то есть, я так думаю. Я так и не смог найти вход. Наконец-то! Хоть кто-то мне поверил. Говорю тебе, там внизу что-то очень важное. И Восточная Имперская Компания хотела это скрыть ото всех. Слушай, моя жена хнычет, что я слишком стар, чтобы бродить по шахтам в поисках своего прадеда. Время против меня. Оно со мной покончит, прежде чем я успею найти ответы на все свои вопросы. Именно. Я хочу узнать, что случилось с Грацианом и что скрывает от нас Восточная Имперская Компания. Грациан вел дневник, делал заметки во время своих путешествий. Если ты найдешь его останки, я думаю, это поможет. Вот все, что у меня есть. Письмо и ключ. Пожалуйста, сделай это, чтобы я снова мог себя уважать. Ублажнять? Так, письмо от Грациану. Слушай, я в курсе, что доказательств у меня немного. Собственно, это письмо, да и все. Но еще у меня есть чутье горняка. У всех в нашей семье ты, конечно, скажешь, что я выживший из ума старик. Но я... Она считает, что я совсем из ума выжил. А, ну это жена его, все-все-все. Тогда я ждал этого. Надеюсь, вы оба не будете считать мой энтузиазм сумасшедшим. Проклятый идиот ее не заслуживает. Это кирка для работы в шахте, а не для продажи. Наверняка он сам стащил ее у скалов. Ну и ладно. Вот. Угу. Скажи ему, я надеюсь, что он ее себе на ногу уронит. Ну, давайте. Не пойму. И что ты с Крестцем разговариваешь? Чтобы понять, как мы с ним познакомились, тебе сперва надо узнать, через что ему пришлось. Крестцей? К тому времени, когда Крестцей достиг зрелости... Этот дом принадлежал его семье больше, так что... Так, подожди, девушка, него... подожди с диалогом своим. Когда он стал отказываться от... А то что там было еще? Осталась у него, заботилась о нем. Так, я так понимаю, ты историю Крестца не веришь? Бедный Крестца стареет, но и умом, конечно, слабеет. Так я не понял, она ему жена или кто она ему вообще, типа? Или они просто одержим, она ухаживает за ним? Теориями. Да наверняка где-то там внизу, под кучей булыжников. Как и утверждает Восточная Имперская Компания. И больше всего я боюсь, что этот упрямый баран, мой муженек, кончит, как его прадед. Вот уж нет. На самом деле меня туда даже не пускают.
Откровенно говоря, все дело в том, что я верю в одно, а старейшина Атрелот в другое. Я предпочитаю не вдаваться в подробности. Скажем просто, нет, уже давай рассказывай. На нынешний статус трибунала сильно расходится. Так, ладно, пойдемте Кирку отнесем, во-первых. Это раз. А и во-вторых, займемся, в принципе, раскопками сейчас. Кирка, я несу твою кирку. Так, блин, а он что, домой зашел, что ли? Гражданин. А, он в кабаке сидит. Я еще домой не пошел. Или он, я типа, работаю. Сначала навернуть кружечку и потом домой. Чё, жалко, тут Барт не играет. Ну как, не нашлась моя? Выходит, тебе так и удалось загнать в угол старика Квесция. Ну да. Ну и типчик он. Вот что я тебе скажу. Тебе пришлось расстараться ради меня. Столько хлопот. Так что оставь ее себе. Эти фонарь как классно светит. Да я просто хотел напомнить этому старому хрычу, что нельзя таскать чужие вещи. Вот теперь ему напомнили, и я доволен. Все будет. Кроме того, кирка у меня много лет, а добра мне не принесла. Может, хоть тебе она пригодится. Надо, кстати, посмотреть, что за кирка. Тащить. Так, нет, это не то. Древняя кирка, нет, не то. Древняя норцы кирка. Кстати, две штуки мы добыли. Так, посохи всякие с сторон. Так, нам нужно это прочитать. Я, правда, забыл письмо, как уже Грацин называется вроде бы. Я был рад, если бы ты помог разобраться с ситуацией, возникшей в Вороньей скале. Похоже, шахтеры наткнулись на какие-то подозрительные руины. Неподалеку от третьего ствола и нам бы надо было... Тут они так рядом буквы находят, что иногда непонятно, типа... Ну, типа, нам бы... Это же два разных слова. Тут нам бы надо, чтобы ты как специалист посмотрел, что там. Я могу послать кого-нибудь другого, если ты занят... На несколько я... Так, а как дальше листать? А вот. Помню, ты родом из Солтстейма, так что, может быть, тебе захочется взглянуть самому. Дай нам знать, что тебе удастся выяснить. Рэндалл, Кэндалл, Восточная Имперская компания. Ага. Оружие и доспехи. Починю. Ну, пойдемте. А, привет. Привет. Последний спуск. Так, нам тут, наверное, свет надо подрубать. Тут... Блин. Так, был свет. Так, и сохранимся на всякий случай. Ниже и ниже и ниже. Фантастиш, фантастиш. Так, а вы кто? А, ты крыса. Крыса. Я чую. О, господи, это мой пауки! Что у них вообще тут никто не охраняет? А если на этих нападут? Так, и... Нет, не так. Так. Чё-то не залез. Тупичок. Тупичок, да. Тут, ну, главное, в лабиринт не попасть. Сейчас нам визуальный.
И чё? Ведьма. Ой. Что произошло? Где он, паук, что ли, или кто тут был? Меня всегда учили избегать таких раз. Достишь, фантастишь. Господи, это мой скелет. Ой, ты маленький ты мой, привет. Так, сейчас я... Вот так сделаем. Они сражаются. Пока осмотримся. Сундучок. Отдельные мы забираем. И дальше, в принципе, можем, да? Fucking shit, вот это я обосрался. Я сожру твое сердце. Так, стой, крошенками заберем. А давайте все остальное выкинем, что мы там таскаем лишнее. Допустим, что? Луки какие-то мы там таскали с вами. Вот обычную кирку можем выкинуть. Стрелы вот эти можем выкинуть. Эту кирку оставлю, я не знаю. Лук можем выкинуть, обычный лук. Все остальное ставим. Не знаю, может. Вот это необычная какая-то вещь. Эти маленькие сидит тут. Ага. Да, стишпан. Опа! Эх, там, смотрите, сколько. Ауч! Вот же, перед вами стоит, чё вы не атакуете его? Ауч, там еще и ледяной. What the fuck? Мы к такому не... Да блин, беги ты. К такому не были готовы. Ну ладно, вы сами напросились. Сейчас за спину ему наколдую.
здорово, палач. Я тебе дам палач. Бриллианты. Безупречные. Безупречные. Это мы забираем все с вами. Так, тут лучше сохраниться, потому что может быть ловушка какая быть. Ай, я нечаянно подобрал, блин. Что я подобрал? Я какое-то оружие подобрал случайно. Так, душитель. Так, 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 что-то мы... Вот потом все это скинуть будет. Лишнее с собой не таскать. Опа. Пусто. Достать желе нечто. Ага. Нам, значит, нельзя тратить. А ты куда лезешь? Прям чуть ко мне. Так, желе нечто мы, короче, не должны с вами потратить. Так, у нас две штуки их все равно. Осторожнее быть, тяжелее нечто. Так, давайте я наколдую кучу миллион рецептов, чтобы прокачать с вами алхимию. Висящий гриб, прах вампира, ага, нельзя. Посленом, так надо внимательно смотреть, чем я его соединяю. Мухоморы. Это, кстати, лиловый горноцвет, как у нас много. Как плазма, блин, ни с чем не собирается. Отлично. Корень Трампа. С этим надо быть поосторожнее, и вот с этим. Так, это нельзя.
Отлично. Ну все, в принципе. Фух. Создали какие-то зелья. Ты что, шайтан? Хотел убить меня? Нихера себе! Так, вот это надо убрать фигню. Где она? Клинки. Некрасиво смотрится. Вот это они меня мощно сейчас заколдовали. Господи ты мой. Так, это мы забираем. Это мы конфискуем. Так. Так. Так, и вот тут все, наверное, стоит сохраниться, да? Лучника надо минусануть. Опасный лучник. Ага, все. Минусанули лучник, это хорошо, кстати. Там тут еще один лучник есть. Отлично. И его тоже мы минусанули. Что за скрытые двери тут? Ой. Подожди, подожди, нет, тут назад. Это выход, я понял, походу, да? Со спины давайте, бейте его со спины. Ауч. 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 Ага, безупречные мы заберем, это заберем. И что за пентаграмм душ, что мы с вами можем уничтожить? Ничего, мы все считать реально можем уже. Умеем. Что мы с вами открыли? Не сильно понял, что-то открыли мы с вами. А что открыли? Я I don't know. Так. Дай, пройти, пожалуйста. Все. Открой. Блин, мне клава тут мешает.
Мышка постоянно в клаву упирается, кстати. Кстати, про это даже проход ты и не заметил. Так, а в какую сторону? Мы же умеем ледяной шип. Да, умеем, нафиг там. Дайте пройти. Фантастиш, фантастиш. Только не упади. Ауч. Блин. Давайте сохранимся. А то у меня сейчас тут не костыляет. Ну куда ты толкаешься? Постоянно куда? Ты толкаешься. Адепт. Ауч. Так, дракончик, я, блин, не помню, что нам надо забрать. Давайте заберем. Что теперь? Женщина. Вот что ты стала в проходе? Ну что ты стала в проходе? Подождите-ка. Так, а как дальше? Курган. Как-то вот тут. Ага, вот. Не сразу увидел ты. Блин, заманал ты моргать. Ой, тут сохраниться лучше. А то я думаю, назад ты ему уже. Клинок Бласкат, смотрите, как необычно выглядит. При силовой атаке выпускает заряд энергии на 30 единиц урона. Дневник Грация. Угу. Давайте прочем. Дневник Грация. Ух ты. Угу. Кошелек. Ну я понял, мечом ударить, ну, наверное. Может, конечно, не так. Посмотрим. Ух ты. Чё ты не взял его? Впечатляет. Я рада, что ты со мной. Ох, как выглядит, смотрите-ка. Блин, так не посмотрим. Сохраняемся. Так, поехали сюда. Так, дополнительно прочесть, выбраться из кургана. Дальше какой выбраться, а дальше как? Блин, что, дневник придется реально целиком читать? А, получили среднее письмо. М-м-
Шахтеры прибыли в стену. Побили стены древние нордские гробницы. Я видел такие. Так-так, работал целый день и так и не смог найти никаких упоминаний о клане. День удивительных открытий. Мы спустились в большой зал и обошли и увидели, что что-то типа чё? Пьедестала. На нем и на нем самое странное оружие, которое когда-нибудь встречал. Лезвие на вид простое, безумное и спускает едва заметное слабосвечение. На обрывке пергамента, найденном в зале, можно прочесть название. Клинок Бладскал. Не уверен, что тот, что стоит забирать его сейчас. Подождем утро, вечером мудренее. Это уже русский ликвизатор. Вот сто пудов. Может, воткнуть во что-то надо его? Я что-то помню с этой дверью или подобное что-то. Как он работает? Так, а мы вообще то взяли? Ну, по идее, да. У нас... Ну да, он единственный. Вот он, да, все правильно. Пересиловый атак выпускает заряд энергии, поглощается. Потому что с расстояния надо вообще как-то... Ага, смотрите-ка. Вот что надо было, прикиньте. У меня энергия заполнится. Так мы делаем или нет? По полной заполнится у нас. Сохраняемся. Что я делаю не так? Подожди ты. Что я не делаю не так? Может, подойти плотную надо? Я повелеваю, твой, откройся! Ну что ты с шкуры стоишь, мешаешь, отойди мне! Блин, что сделать надо? Куда сюда направить? Ну что ты, тварь, стоишь прям передо мной, вот реально. Миша. Ага. Вон как. Что-то должно происходить. Почему-то я что-то неправильно делаю.
Может, сюда надо? На эту стену. Так, сейчас попробую посмотреть на телефоне, как открыть эту дверь. А потому что я реально, типа, не так много времени уже. Ну, я все правильно делаю, типа. А, подождите, он же у меня вон как надо. Значит, попробую. Стрелку, короче, вправо нажать надо, походу. What the fuck? Так, я понял, понял. Стрелку вправо или влево? Так. Ну вот как, гениально просто. Сохранимся. Так, а что у меня? Меч убрался. Ой! Так, наверное, не стоит проходить мне. Ага. Ой! Я прошел. Так. Мражины есть. Броньку повышаем. Свет мой. Че? Так, ну давайте попробуем этим мечом посражаться. Посмотрим, как это будет. Вернее, меня какая-то, если честно. Что за херня мирня? Реальная. Что за крик? Ну. И это с изучено слово змеи. Змеи дракона. Что? Что за змеи дракона? Сразу, кстати, три крика мы изучили. Ярость, элементарная. Так. Испуг. Гармония кин. Кстати, какой змеи? Что мы с вами изучили? Чистое небо, лето, весна. Ветер, ярость, вихрь. Убийство, страдания, нет, не то. Разрыв души. Рвать зомби, во что вам произойдет плоть. Так, это не то. Разоружение, не то.
разом дракон, змея. Во-во, подожди. Я просто видел там... точнее, не Молли. Нет, ну я-то умел же, вроде солнце, огонь. Единая форма. Испуг. Охотник, не... доблесть. Замедление времени. Дружба со зверем. Молли. Гармоники, пока дикие зверей. А, вот что это, воплощение дракона. Вот, змей, броня, сила. Получаете преимущество дракона, удары, грома, силы, пробуждая шкур, боли, могущество, крики. Ага. Вот что, но. Замечательно, спасибо, конечно, за крик. Что они там, победили его? Так, ну тут пусто. А, ну они почти убили его, я понял. Так, костяная мука. Опа, еще и маска увеличит сопротивление электричества на 50. Ага. Забираем. Вы перегружен, не можешь бежать. Да, да, давайте выкинем. У нас там куча всего есть. В принципе. А, нет, стойте. Я знаете, кого таланты? Черный рынок. Давайте черный рынок, наверное. У тебя множество вещей, которые я бы с радостью купил. Торговаться с тобой это всегда так. Так, 2000, да? Увлекательно. Увлекательный был. Аккордеон. Так, что это такое? Инструмент для бальзамирования. Продаем. Так, это что это у нас такое? Нет, это оставим. Не знаю, может пригодится. Кубки мы с вами продаем. Кувшины продаем. Латунь и ткань продаем. Я случайно взял миску. Продаем, миску продаем. Нож. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой, наверное, не стоило бы продавать то, что я сейчас продал. Продаем. 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 Ну и зелье давайте продадим, у нас там зелье тоже всякая фигня есть. Повышение магии, разрушение. Что это? Регенерация здоровья. Сопротивление огню. Так, а что у тебя есть, дорогой друг? Я тебе что-то случайно продал. Вот это, нож с кабель, я не знаю. Давайте мы его назад купим. Дейдрическая броня. Дейдрический, ага. О, что это такое? Дейдрическая булава Инферно. Наносит, ну... Так, замечательно. Так, слушай, а мы что, отсюда никак не можем? Можем. Иметь дела со смертными. Так, какой-то вход есть тут. Черная книга. Подожди, что тут? Еще и черная книга есть? Нет, она нас поглощает. What the fuck? Здесь еще и черная книга была, представляете, ребят? Ну, давайте, наверное, тоже тогда уже, в принципе, если уже начали. Итак, мы снова встретились. Да, блин, не тебя я хотел вызывать. Подожди. Шепот Ауры я хотел вызвать. Итак, мы снова встретились. У тебя множество вещей, которые я поставлю. Thank you.
без комментариев. Блин, а что за книга? Ай-яй-яй-яй-яй. А вот это сейчас плохо. Я не знаю, какую книгу загрузить. Снова ты? Да блин, нет. Опять не тот. А бы желательно заключить новую сделку. Новый дом. До новых встреч, пока. Так, я, получается, сохранился, кстати, вовремя. Фига себе. Я не тебя хотел вызвать. Все перепуталось. Не случайно. Ну погнали, вот теперь ко всему я готов. Где еще один? Нет, ты что? Блин. Так. Ага. Так. Это мы умеем. Так, как дальше? Подожди ты, мать, ты шо? Мы взыскатели, мы это все умеем. Так. Нам надо быстрее эту локацию пройти, тут уже затянулась у нас серия. Айоп! Чё вы там? Чё вы там кричите? Идите сюда! Помогите мне! Чё? Кричат там, кричат. Махайтесь пока, короче, там. Какую-то зажженную книгу, походу, случайно взял, да? Или нет, нормально все. Нет у нас зажженных книг никаких. Есть зажженная книга, все-таки взял я. Вот он находится где, я не пойму. Что у тебя интересного есть, товарищ? Ну, ничего, в принципе, интересного нет, да? Так, а мы что ему открыли? Что я этим открыл? Не понял немножко. Переключателей. Ага.
выполнил. Так, что у нас в награду мы с вами получаем? Интуиция любовь. Вы наносите на 10 больше урона, если сражаетесь, получаете цены на 10 лучше, если торгуете с лицем противоположного. Нет денег, какой принять. А, интуиция соратников. Ваши удары крики и разрушительные заклинания бойности не наносит передаст. Так вот, вообще, интуиция. Ваши удары, крики и разрушительные заклинания в бою не наносят вреда спутникам. Вот что мне нужно. То есть за один раз. Это пассивка, надеюсь? Интуиция ученого, чтение крик, поднимающий навык, дает ему дополнительный. Нет, 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 вот это что нам, ну, реально. Вот что нам нужно. Обновление. Безупречно мы это забираем. Денежку забираем. И это тоже забираем. Ну, давайте вернемся. Чё? Чё за баг? Так не говори, что я застрял тут. Какое автосохранение? What the fuck, что происходит? Ратника добавлено. Таланты. Активные эффекты. О, интуиция, да, это пассив получается. Вот. Что нам назад вернуться нужно? А куда мы назад вернемся? Чё? Блин. What the fuck? Что происходит? Да блин, подойди ты своей хвостами. Это не баг, это фича. Он меня не переносит, прикиньте. Что делать? Я не знаю, что делать реально. Так, удалить. Я не могу переместиться. Локации невозможно. Я могу прочесть книгу другую и оказаться в другой локации? Скажи, что да. Ай-яй-яй-яй-яй. Да блин, какие... Ой-ой-ой, ребята. Так, загружаемся.
что происходит. Отвали ты. Кстати, пускай махается с ним, в принципе. Блин, опять я эту чужую книгу взял. Горелую. Блин, убейте его уже. Ну, пожалуйста. Ух, слава богу, я прям очень жестко очканул, что я там застрял навсегда. Вот это да. Вот это я сейчас чуть не очканул. Да блин, я их каждый раз, кстати, снимаю, они постоянно вешаются эти. Копья. Сейчас реально было опасно остаться там на пожизненное заточение. Ни за что не пойду в телягу. Лучше сдох. А тут еще люди есть. Сохранюсь на всякий случай. Ух. Рыбы у них тут деловые, смотрите-ка. Деловая колбаса. Разбойники. Безупречный, в принципе. Ну и все, да? Что это? Ага. Так, а где мы оказались с вами? Мы тебя не разграбили тут, блин. Это из-за них, наверное, драурги и проснулись, кстати. Ну, кстати, сам собой, что ли, тут болтало, походу? Обычные крестьяне, смотрите.
Фига себе, сегодня серия у нас затянулась. Сколько ее обрабатывать буду? Нет, нет. Тварь меня чуть не вытолкнул, прикинь. Он меня чуть не толкнул. Отсюда можем мы уже телепортироваться. Пойдемте расскажем старику об эвации. Зайдем в дом или в пещеру, хоть куда-нибудь, лишь бы подальше от этого. Чем могу помочь? С возвращением. Дай посмотреть. Ха, я так и знал. Грациан погиб вовсе не из-за обвала. Эту историю они придумали, чтобы не пускать людей в гробницы. Теперь, когда дневник у меня, я разберусь с Восточной Имперской компанией по-свойски. Я заставлю их заплатить за эту ложь. Спасибо. А теперь, думаю, я у тебя в долгу. Столько работы сделано. И одного спасибо маловато будет. Вот. Не так уж много. Но это все, что может старый шахтер. Эти трусы в тот момент, когда шахты на Солсте... Они так, я быстренько уже расспрошу его. Слушайте, я уже не хочу реально уже за час наслушался историй. Да, того, что я хотел, чтобы она... Я жил один. Раньше меня можно было бы назвать одиноким, желчным... Приношу извинения за поведение Крестца. Он в последнее время сам не свой. Ну что, ребят, на этом пока что все на сегодня. Так, а что у нас завтра? Вот эти, короче, ребят, квесты. Вот это. Дождитесь... Ну, это вестей, в принципе, дождаться. Найдите только за брата. Вот этот чувак появляется в 7 в разных местах в этой локации. В 7 разных местах. Мы, типа, там написано, я гуглил. Я говорю, что задание не показывает. В 7 разных местах мы должны, типа, туда телепортироваться и найти его. Найти брата. Посмотреть труп воина. Вот это, кстати, тоже надо посмотреть. Видите, он не показывает. Я от этого места, блин, взял, короче, и отошел. Надо это, короче, с помощью телефона, типа, будем делать. Ну и раздобыть 3 живых корня. В принципе, это, ну, тоже надо прогуглить, где это. Поговорить с заказчиком, это бесконечное выполнение. Вот это тоже надо, типа, прогуглить. Найдите в Воронежской скале принятое вино. Я, в принципе, даже не знаю, где это угольное вино. Восточная компания для... Вот это тоже, видите... В принципе, тут... Слушайте, подожди, достать желе нечто. А у этой девушки нет этого желе нечто. Подождите-ка. Которая тут зельями занимается. Как же здесь убого. Так тебя интересуют мои зелья и ингредиенты? Подожди. Жемчужины, жертроля, жареные... Нет, у нее нет, кстати, да? Да, нет. Какой-то корень нам надо было еще найти. Я посмотрю, кровавый венец. Нет, у нее тоже этого нету. Блин, все, что нам нужно, у нее нету. Придется искать и гуглить. А пока на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Завтра встречаемся на этом же самом месте в самое то же самое время. Давайте всем пока, счастья, здоровья, сохраняемся и закрываем.